Нет, и сегодня мы будем делать ядерную ракету без модов. Но сначала мы должны включить день. Ну, на всякий случай. Потом, когда ядерная ракета такая падает, падает вниз, мы должны будем включить другое кое-что. Будем потом, я вам покажу кое-что. И мы это включим, ну, когда захотим. Когда, ну, когда будет ядерная ракета готова. Моя хаюсенькая. Ладно, пока без камеры. Кстати, это мой мобиль. А, это не мобильничек. Ладно, потом в следующем ролике тоже покажу. Как делается мобильник. Ну, для начала надо выбрать нормальную высоту. Вот ракета будет вот тут стоять. Типа мы тут ее ограждаем. Потом мы ее там нажмем на один рычажок. Механизм запустим, как говорится. И запустим рычажок, рычажок. И, кстати, почему у меня так долго не выходили руки? Я там немножечко приболел, у меня не очень были хорошие вести. И за что я просто деревню еще эвакуировался в ад. Потому что у меня есть дома немножечко хорошенькое. Чтобы жители были с домами. А то бедные жители останутся без домов. Так, надо ее вот так вот сделать. Ну, я думаю, этого достаточно будет. Так, теперь надо как-то треугольник вот зарабить. Уже забываю просто, как это делается. Что напоминаете мне? Ну, потому что я тоже могу забыть. А, вот видите, глюки. А вот, глюки прошли, тихо. Опачки, ну, тут уже колесо какое-то такое неровное. Блин, глюки! Отвалите! Это мое из записи. Глюки! Валите вон. Вы как хотите, можете наверх ее там сделать. Видите, что глюки делают? Вы как хотите там делать ее нос. Можете и наверх там делать всякий носик. Типа она взлетает. Ну, я вот выбрал, чтобы типа по-настоящему взрыв произошел. Что она упала. Только скажите, если что я не так делаю, потому что я вообще просто посмотрел ролик один, который потом этот авторский брав, как говорится, просто удалил этот ролик. И, ну, я как раз таки вот стал посмотреть. Поэтому я ее в первый раз делаю, поэтому не судите строго. Я в первый раз делаю. Там было и шерсть, она вот такая. Я, чтобы был взрыв мощный, я подготовил до начала ролика какие-то штучки. Я уже это вам не скажу, сами догадайтесь. Нет. Я же думал, что там настоящая какая-то бомба летит. Кстати, вот скажите, что это там за какие вот полеты, я смотрю, у Аида. Там какие-то полеты летели, ну, летели. Как самолет. Блин, торговец, так что это? Что он? Так что как это может произойти? Бродячий торговец залез на крышу. Отлично. Отличный человек. Залез на крышу. Правильно. Так. Так. Надо еще там факел поставить, мне кажется. Чтобы было нормально. Глядите. О. Давай. Что, он будет запускаться у меня? Отлично. Факел надо на всякий случай поставить именно. Потому что может динамик. Хотя, и ладно, мы же наверху будем. Хотя ладно, стоять. Надо подумать тут еще. Сейчас вернемся. Нет, а сейчас пока идем вот на этот век. На белорусский флаг похож. Динамита будет недостаточно. В воздухе там никто не спасся. Так, давайте побольше сделаем. Ну, вот какой-то будет сладенький. Взрывчик, я хочу побольше. Тут прямо загорело все. Из-за ядерного пожара. А
Поэтому не судите строго. Я реально первый раз делаю. Я Аида посмотрел там. Которого потом после этого удалила. Ему там что-то неудачная съемка была. Поэтому не судите строго. Так, ну я думаю, теперь можно ставить динамит все-таки уже. Кстати, вот внизу в моей головке я вам стоит тоже поставлю динамит. На всякий случай. Если не дает, если не получится там, чтобы была цепная реакция. Так. Вот тут надо поставить. Не стоять, извините. Да, можно. Не, невозможно. Ну, вроде бы, так можно поставить. Ладно. Ну, как-то у меня не очень, конечно, получается. Но я говорю еще раз, не судите строго. Я первый раз. Мне еще надо потом... А, ну ладно. Так, теперь берем... Где мой красный камень? Стоять. А, ну у меня тут же точно блок красного камня. Получается. Не подходит мне. Чушь. Как его поставить? Да, не продумал. Пришли, надо выбираться уже. Ну, проблема. Главное не подорвать сейчас случайненько. Где мой динамит, кстати? А, я же его убрал. Мне опять придется брать. Ненавижу такие вот махи. Никто не видел, типа, ну чтобы там бомба была. Чтобы никто не видел, как динамит, надо его закрыть. Так, и надо не рычажок. Рычажок. Вот он, рычажок. Не очень похоже, конечно, на бомбу. Но тоже нормально. Бомба же тоже некрасивая там. Ладно, ну, когда на Гасаки скидывали, я увидел, какая она была красивая. Так, кстати, вот давайте еще динамит. Тоже есть лишнее. Красиво, конечно. Да, вот. Ну, теперь должны мы, извините, испытать бомбу. Поехали. Валим, 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 валим. И... Странно. И взрыв не очень произошел. Да уж. Ну... Ладно, еще больше построю. Сейчас, подождите. Ну, зато покрасивее уже. Потому что, как вы видели эту бомбу, какая-то там была некрасивая. Блин. Ну да, она... Опять! Кстати, мы забыли еще самое главное потом сделать. Придется все заново сейчас. Я же думаю, я сейчас зарублю, блин, ее, что вся эта деревня эта взорванная уничтожится. Тут баг какой-то. Ай, ладно. Сейчас. Сейчас все исправим. Я, короче, включу видео, как я построю уже эту бомбу. Хорошо?
Ну вот, я же ее практически достроил. Да, уж она уже некрасивая, потому что, ну, я тут немножко ее перемудрил. Ну, этого ничего, ладно. Вот когда-нибудь вы видели, что ядерная бомба должна быть красивая? Вы когда-нибудь видели? Ну да, ну, когда на Японию сбрасывают, да, эти американцы. Там бы эта бутоновая бомба была красивая, да. Тут я уже не поспорю ни с чем. Уже не с какими-то багами всякими. Что это не бомба, а какой-то мячик. Варили тоже, я уже смотрела просто одного человека. Я просто смотрела историю этой бомбы. Там говорят, что типа она как мячик. Так поэтому вот говорю вам, не верьте. Вы будете сами мячиком. Лина! Что я сделал? Ну вы поняли, уходите просто тогда. Ну и тогда уже поняли. Просто поставить липкий поршень и рычаг, и чтоб пошло волной просто. Ну и мы уничтожили. Ну, мы забыли самое главное. Вот самое-самое-самое главное. Ай, я вам сейчас покажу ее. Самое главное мы забыли. Самое главное забыли сделать ядерный гриб. Вот самое главное забыли. Вот. И еще забыли погоду перенести. Ясно, кстати. Не дождь. Так, время заодно. Закат. И погоду ясную. Вот. Не видно будет. Война. Ну, ядерная война, вот. Закат, оранжевое небо. И тут бабах, взрыв. И ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И все взрывается просто. И тут горит такой ля-ля-ля-ля. Ну, понимаешь, ну, я уже просто примерно. Чего, лестница не загорелась? А, ладно. Убираться не буду. Такой, опа, ха-ха, горит деревня. Чего, спасайся, кто может. Взрыв произошел. Бункеров нет, мы сдохнем все. Кстати, а вот и секретный механизм мой. Если кто не догадался. Конечно, это было для нубов. Только нубы не могли догадаться. Такой. Ну и вот ночь наступила. Все, взрыв исчез. Взрыв исчез. Такую большую воронку сделал. Такая большая воронка. Вот так, вот так, так. И поджигаем. Вот такая большая воронка, прибольшая. И видите, все горит, все взрывается, уничтожается. Кстати, вон те дома так и не уничтожились. Не знаю почему. Хотя бы, чтобы вот это загорелось, ладно. Типа такой, опа, горит. Деревья горят тоже, ну, из-за вспышки, конечно же. Может, я вам вспышку не мог показать. Реально. Вот, вот если бы мог бы вспышку показать. Блин, я баню поджег. А жалко, что я баню поджег. Баня, нет, лист, не горит. Мне еще нужно, хотя не ладно. Но все равно ничего нет. Хотя ладно, мы положим магнит. О, гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, все сгори. И тут тоже гори. Гори. Тут все сгорело. Это стекло тоже поубивало. Ударная волна все-таки, понимаете? Это не, ну это же не просто бомба. Деревья все горят. Этому дому уже вряд ли можно будет гореть. Это, мне вот этот дом жалко, потому что мне на своем мире. Я живу в гостинице, это гостиница.
в своем мире, то он жил в гостинице. Вот поэтому мне было его жалко. Ну, ничего же не поделаешь. Для испытаний. Это же испытание ядерной бомбы. Ну, ядерной ракеты, конечно. Кто это там у него что-то показал с ней? Мне не показал, мне больше показал даже. Это был булыжник, конечно. Ну, деревья горят. Просто вот так все уничтожаем. Кстати, как еще это не сгорело. Блин, плохо. Кстати, эту деревню просто ограбил. Когда я жил на выживание, я просто деревню ограбил. Видите, даже не пили. Я ограбил. Ну что, дома горят. Давайте, лошадки, вы еще можете свалить. Хотя вряд ли. Я еще вам подожду кучу. Ла-ла-ла-ла. Пока-пока, деревня. Прощай, деревня. Ну все, деревни, кранты. Ой, иди. Ну, лошадки сдохли тоже. Кто там? Что же эти люди? Что там дверь? Видели или там зверь что-то взорвал? Кто-то. Ой, это не этот дом, который горит. Ладно, эту баню я не буду подрывать. Я динамик тут поставлю. Кстати, я хочу себе тут кровать устроить, чтобы было нормально.